За моей спиной не что иное, как огромный-огромный шатер. На самом деле это торговый центр. Называется он Хан Шатыр. Построенный в 2010 году все тем же архитектором из Британии Робертом Фостером, который воздвиг здесь же в Астане дворец мира и согласия в виде пирамиды. И это еще одно его детище. Хан Шатыр в переводе означает «хан среди шатров». Ему трактуют немного неверный перевод иногда, переводя хан, как «ханский шатер». Нет, это неправильно. Это хан среди шатров, это главный шатер. На самом деле это самый крупный торговый центр в Казахстане. И самый большой торговый центр, построенный в виде шатра в мире. Он также вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Итак, друзья, торговый центр Хан Шатыр, Астана, Казахстан –